И всем здорово. Сегодня я вот повесил вот этот ублюдочный трофей. Просто вот как они нормально все выглядят, пиксельные относительно. И вот этот вот... О боже. Вот эта жесть в Full HD. Ладно. Опустим эти слова. Сегодня я постараюсь закончить Сумеречный лес. Причем за одну серию. Так. Я немножко побегал сейчас. А где карта? Я немного побегал сейчас по Сумеречному лесу. Просто в поисках этой вороны. Я только что карту, да, выложил, походу. В поисках ворона. Blank Magic Map. Вот она, да. Выбил перо, сделал всю вот эту вот фигню, необходимую для карты. И готов к бою. Первый сейчас пойдет Йети. Оп. Йети в той стороне. Это я еще помню. Правда, карта заново нарисовалась. О, ладно, фиг с тобой. Карта заново отрисовалась, поэтому будут, возможно, некоторые проблемы. Так. Сначала босс Йети. Это, по-моему, единственный босс, с которого не падает трофей. Потому что он просто, ну, для прикола. Так, вот. Там есть много маленьких Йети, обычных. Они становятся агрессивными, только если к ним поближе подойти. Вот. Ау. Так, сначала я постараюсь по кругу так вот пройтись. Нифига себе. А ты что, за мной все это время бежал? Странно, чел. Ладно, сейчас я по кругу расставлю факела сначала. И... Ау. А, вот он как кидается. Все, понял. Вопросов больше не имею. Ага. У них, походу, у всех иммунитет, включая босса, к... А, нет, к стрелам нету вроде бы. Странно. Кто-то убежал. Так, или попробовать просто подойти достаточно близко, чтобы он заспавнился. Просто меня вот эти вот три смущают. И эти. Ага. Вот сейчас я здесь подойду. Оп. Ау, нифига себе, как ты умеешь. В данный момент он, по-моему, так, да, у него иммунитет сейчас к стрелам. У него несколько фаз получается. Сейчас он просто блоками стреляется, и его, по-моему, только в ближнем бою надо убивать. Это довольно странно. Ой-ой-ой. Так. Вот. Когда он вот такое безумие начинает творить, это значит, надо начинать его расстрелять с рулука. И судя по всему, он еще и своим урон наносит. Прикольно. Так. Оу, чел. Так. Не хочу сквозь них всех бежать. Нет. Арктический мех. Можно сделать броню. Давай, иди сюда. Здесь нормально. Что это? Вот такой себе босс. Просто можно, если неаккуратно это все делать, умереть. Так, никого нету рядом. Жду, когда закончится его это безумие, он сам ко мне придет. О, нормально. Пока что немножко выкашиваю, сокращаю эту белую численность. Ну давай, подходи. Подходи, пообщаемся. А! О-о-о! Так, из рук в руки опять началось. Не-не-не-не-не. Чё, гад такой? Так. Опять это безумие началось. Меня кинули прямо в него. Но это мне не помешает. И он выкопал
Просто пол пещеры. Вот и все. Да? А, еще один раз. Вот и все. Теперь точно. Так. Да, с него только опыт падает. Вон он, сундучок заспавнился. 5 мех. А кроме вот этой прикольной брони что-нибудь есть? Блин, плюс 7 броня. Плюс 2. Плюс 5, не могу. Я не могу понять, это от сета? Типа. Вот. А. Вот, допустим, когда надето на голову, плюс 2 броня, плюс 2 твердость брони. Плюс 5 броня. Блин, они так резко подбегают, я не могу понять это. А, все, я теперь понял. Ну что такое твердость брони? Шахтер. Прикольно. Честь тебя дропается. Ау. Хватит меня швырять. Ладно. Так, все, надо уходить отсюда. Я все, да? Да, я все. Нет, я... Просто потому, что меня Йети поймал. Я выжил. Так, пока меня держат на ручках, я не уязвим. Это радует. Но... Все. Ну да. Можно и умереть здесь. Было бы неплохо надеть, конечно, ботинки на невесомость, но уже поздно. Тем более, они мне уже не нужны. Сейчас я от них избавлюсь. Где этот второй? Раз. И два. Это пофиг. Забираю, забираю, забираю. Иди-ка. Оу-оу-оу-оу-оу. Где меньше всего? Не зря я с собой взял. Во-первых, почему там трофей был? Это что за дезинформация такая? С него же не было трофеев раньше. Во-вторых, зачем ты за мной бежишь? Прям промеж глаз. Уродцу. Ладно, нафиг. Я вообще-то быстро все хотел сейчас сделать. Во-первых, карта. Во-первых, карта. Во-вторых, дальше Снежная Королева. Вот это вот. Так, надо подальше только отойти сначала. Че, у меня броня еще и... Еще немножко есть, конечно. Сейчас я кое-что сделаю. Я с собой возьму дерево на всякий случай, если вдруг надо будет что-то скрафтить. Да и в принципе, у меня что-то блоков не особо много. Так. Ну это мне все не надо. Блин, не было раньше вроде бы трофея. Мех Альфа Йети. Chills Attackers. А, как охлаждает атакующего. Защита. Защита, защита, невесомость. Невесомость, интересно, почему, да? Ледяные бомбы, это уже что-то интересное. Так, ладно. Вот этот радужный замок нашей Снежной Королевы. Я помню, я как-то туда залазил, я где-то здесь лестницу строил. Только где? Это вот сбоку. А, я строил... Все, я вспомнил, я воду разливал. Все, теперь все вспомнил. Так, давай, поехали. Поплыли. Можно как-то ускориться? Нельзя? Ладно. Так, Снежная Королева... Дальше останется терновый лес, вроде бы, да? И все. Правда, перед терновым лесом надо будет еще сходить к гиганту. Ну, оно все там в одном месте находится, поэтому нормально. Ну, я надеюсь, не такое же. Блин, ну по размерам она такая же, как и башня Гаста. Я надеюсь просто, что... Ух ты. Нет таких же огромных и... Длинных, ух ты. Вот этих задач с ключами, господи. С таким хрустом ломаются приятным. Я опять не взял факела. Придется экономить, ладно. Что у нас тут? А что у нас тут?
в центре есть что-то? Нет. Как назад? Наверх. Просто копайся. А. Просто копайся. Ну ладно. Значит, просто копаемся. Так. Тактика боя с этой королевой примерно такая же, как и с лечом. Только вот она старается держаться от тебя как можно дальше. Ух ты. Так. А, нет, он все-таки... А я в тебя попадаю. О. Так, давайте я тоже в бок скинем. Че, еще остался, да, один? Ага. Где-то... А, нет, все. Так, факел с собой забираю. Здесь есть проход, да? Нет, сверху сломаю, я же вниз упаду. Так, здесь есть проход один. Куда-то подъем, переворот. И там. Я тогда... Ладно, пофиг, я тогда сюда сначала схожу. Ух ты. Воу. Я их не могу. Я не могу некоторых врагов бить. Они взрываются. Они взрываются и оставляют после себя стекло вместо блоков обычных. Что-то за стеклянный крипер такой. А, это вот эти вот... Я не знаю. Что это за снежинки? Видимо, они... Ага. О. Вот это вот я заберу. Стрелы, ледяной меч. 7, 7,5. А, у него только 32. Прочность. Окей. Так. Что, тут есть кто-нибудь? А, стоять. Чё же я туплю? Уголь, палки. Монстр. Опять этот. Давай, выталкивай меня. Оу, черт. Ладно. Так, здесь что-то ничего не вижу. За гранью их понимания. А, сейчас он бахнет, да? Бум. Ой, с него даже нагрудник, да, какой-то выпал? Как раз вместо моего, который сейчас сломается. Так, шлем я починю. Снежок. Снежок. Вот этот мех нафиг, в принципе, выкину. Так, факела у меня есть, отлично, можно ставить. В неограниченном опять количестве. Опа. Что это такое? Блин. Сколько там слоев? Что у нас тут? У нас тут багованный сундук, видимо. Аура охлаждения, да? Так, ладно. Там же сверху... Да, здесь вот еще сверху есть что-то. Пока у меня блоки закончились. Понятно. Они, видимо... Тут. А. Либо я их не могу ставить, либо они станут потом мне доступны. Сейчас бабахнет. Да? Нет, иногда они просто умирают, видимо. Эндерлук. Без прочности. Интересно. Ладно, пока не буду проверять. Блин, жалко, у меня топора нету. Сколько? Прочность один, сейчас сломается уже. Так, ладно. Здесь ничего нету. Здесь
тоже. Я, видимо, чуть не улетел вверх, вниз точнее. Еды вот зато мне башня Гаста дала просто в неограниченном количестве. Здесь есть? Нет, здесь таких нету сундуков. Ладно. Ух ты. Я что, с первого раза попал в нужную сторону? Ну, до этой королевы? Что это мне дало? О, еще. А, это точно такой же, как и в том подземелье с фантомами, да? О, сундук. Блин, ладно. Кто-то своими костяшками. О, еще одно охлаждение. Так, 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 так. Хорошо. Это нафиг? Сейчас дойдем до босса. Блин, надо, правда, вспомнить. Где-то я видел на карте вот этот вот терновый биом с последним боссом. Я сейчас взорвется. Так, там нормально, тот опустился, он сейчас не подойдет пока что. Этот взорвется сейчас. Этот тоже сейчас взорвется. Вот сейчас они взрываются. Я немножко тут деформировал эту башенку. Я думаю, она не обидится. Но все равно скоро в прах превратится. Так, опять бабахнет сейчас. Оп, еще один клинок. Еще металла. Опа. А здесь ничего нету. Так. Здесь тоже ничего. Опять, да? О! Стеклянный меч. 40. А, типа от стеклянной пушки, которая, да, пошла? Но прочность 1. Типа очень сильная, но одноразовое оружие. Так, ладно. Использую его тогда на этой королеве, наверное. Так. Что там, далеко падает? Нет. Ау. О, еще один. С них даже относительно нормальные вещи падают. Я сейчас в плане состояния их. Так. Стеклянный меч здесь ставлю. Что это за снежки? А, просто снежки. Так, факела закончились сейчас. А, вот они. Окей. Стрелы. Факела. Хорошо уголь спавнится. Сейчас бы бегал в потемках. Так, сейчас взорвется. Да? Ладно. Не взрывайся, если не хочешь. О, эндерлук, сила. Еще один. Так, стоять. Я чё тогда... Ух ты. Высоко. А, вот она, наверное, башня, которая мне нужна. Да? Или... Нет, я в ней только что был, да? Да, вот я с этой смотрел. А есть где-нибудь еще? Блин. Неужели... То, что вот... Блин, эти стекла меня напрягают немного. У меня есть предположение, что в самый первый раз... Я выбрал неправильно тогда все-таки дорогу. Дорогу, маршрут. А здесь вообще факелов нету. Так, нет, сундуков нету. Я отсюда пришел? Я с факелом бежал здесь просто. Так, сейчас придется... Сначала спуститься, судя по всему. Так, ладно. Пофиг. Где? А, вот. Вот здесь я вылез.
Сейчас я тут немножко ноги себе сломаю. Последние. Так. Опять туман какой-то. Ничего не видно. Ух ты. Так, я не такое хотел супергеройское приземление. Я что, в другой башне вышел? Что-то я немного не вкурил сейчас. Я сейчас хочу найти вход, через который я зашел. Там-то я разберусь уже. Вот он, вот этот вход. Почему я дождя не слышу? У меня что, звук? Так. Вот одна. Вот один проход, точнее. Опять вот эти вот загадки, лабиринты непонятные какие-то. Мне было факела, видимо, еще больше расставлять, чтобы я понял, куда мне идти. Так. Мне кажется, я этих тортиков поставил уже больше, чем съел. Сейчас что-нибудь придумаем. Так. Давай, влази. Ага. Вот здесь я был. Там, да, там стекла, вот эта вот вся жесть, там я был точно. А вот здесь, скорее всего, я и не был. Вот, я чуть-чуть переборщил, когда назад сейчас возвращался. Ё-моё. Сейчас кто-нибудь взорвется и запустит цепную реакцию. Да? Нет. Ни один из них не взорвался в этот раз. Сейчас сундучок. Что по броне? А броня почти все. Так. Откидывание. Но я слитки собираю, поэтому... Видимо, мне здесь мало одного фонаря. Факела, точнее. Так. Слитки собираю, да, поэтому, если что, я смогу себе броню сделать даже. Ну, хотя бы часть. Так. Здесь есть что-нибудь? Ау. Здесь нету ни... О, опять куча этих снежинок. Правда, они... Ладно, оставлю их. Видимо, весело. Упадло. Так, я понял, что... А, я думал... Кто по мне третий стреляет? Мне вот интересно, я эндерлук нашел. У него жалко прочности нету, и я не могу даже предположить, он тоже одноразовый, как этот стеклянный меч или нет. Да и... Ау! Да и в принципе, что он делает? Ну, хватит. Я в первый раз нормально залез, без каких-либо проблем. Что он делает? Он чуть не прыгнул. Он просто стреляет? Точно так же. Или он стрела меня телепортирует куда-нибудь. Ой. Так, я это вырежу. Я увидел меч на старту 3. Так, в этот раз у меня ботинки сломали. Ой-ой. Сейчас взорвется. Что здесь делаешь? Как ты сюда вообще залез? Так, а у меня возник вопрос.
Нет. Я думал, эти колонны, может быть, сквозные. Сейчас, во-первых, что я хочу. Нифига себе, мне нагрудник как из решителя. Где? Вот и вот. Верстак. Так, штаны в первую очередь. Чё? А, мне как раз хватит на все остальное. Ну, вопрос, дело времени, когда у меня шлем сломается просто. Просто-напросто. Меня напрягает дождь, который я не слышу. Ну, да ладно. Это, видимо, моих кости только что прохрустели. Я опять не могу понять, где, куда. Куда я не там свернул? Там вроде не было проходов больше никаких. Здесь тоже нету. Уп, чуть не упал. Так. Можешь вообще несколько входов эти в башне есть. Сейчас проверим. Так, вот мой вход. Тортики, факела и прочая жесть. Сейчас надо бежать. Вот еще вход есть. Туда же? Туда же. Блин. Что ж такое-то? Сейчас, видимо, опять придется обрезать запись. Потому что я опять буду, как слепой котенок, тыкаться. И искать, а куда же мне пойти? Ладно. Видите этих уродцев, да? Ну и стрёмно же. Я, в общем, нашел проход. Вроде как. По крайней мере, я там, где не был. Ау. Тут, правда, уже всякая фигня. Вот попутно по дороге. Еще один меч нашел. Вот этот был. Вот нашел. Я хотел вот этот рассмотреть. Ледяной на остроту и на прочность. Ну, правда, 32 как бы прочность, поэтому... Не. Ладно, нашел какой-то ледяной лук. Не знаю, что это. И арктический джакет. Просто с тыла вылетело. И еще у него нету ничего. Именно, я имею в виду прочность. Так, и также я нашел эндерлук. Он тоже ничего не делает. Ну, либо, может, там эффект будет, когда я во врага попаду. Так, ладно. А теперь на пути к этой снежной королеве. Что это? А, это облака. По крайней мере... А, ладно, лети. Больше никаких башен не было. Хватит. О, опять сейчас рванет. Так. Что тут? Ой-ой. А, хватит. Со всех сторон уже окружили. Эти дистрошерики. Еще один факт. Дыры образовались в полу. О! Так, вот какая-то комната, но я думаю, там уже ничего не будет. А вот именно вот это и есть проход к нашему боссу. Так. Тут, правда, защитники. Армия симпов. Так. Чиним. Это нафиг можно. Так. Одноразовый в мечи к бою. Ой, как-то странно. Тут подъем, там подъем. Так. Ой, как приятно ломать. Быстро блоу. Окей.
почему потекла вода. То есть до этого не было. Я опять поставил тортик. Блин. Ни хрена не видно. О. Видимо. Так, сначала поесть надо. Привет. Че, у тебя 200 хп, да? Так. О, попал. Ага, я понял. И второй раз попал. Почему ачивка сработала только со второго меча? У меня вопрос. В общем, ее атаки просто вот так вот летать вокруг тебя и стараться бить. Также можно попытаться уйти. Ой-ой. Вот так вот наверх. Она потому что старается залететь как можно выше. Правда, проблема в том, что лететь-то выше в данный момент некуда. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, идея неплохая, но реализована, как всегда, через жопу. Благо, у меня был этот амулет. Правда, она вот этих вот гадов спавнит. Даже поесть некогда. Опять. Так, нужно что-то типа лестницы сделать, чтобы я мог свободно постараться. Что это было? Я сломал что-то? Так, главное просто попадать туда вот, между блоков. Так, почему она замерла? У меня вопрос. Чё? А, у меня же откидывание ее вниз швырнуло. Блин, все так просто было. Ну, тряхануло тебя знатно. Ау! О, спасибо. А, это у нее атака такая, она типа это. Задерживается, а потом падает вниз, да? Сейчас упадет, получается. Да. Ну и все, собственно говоря. Бум. Ну, чуть выше среднего сложности, я не знаю. Так, я хочу посмотреть. Вот он, сумеречный лес. Что-то за ачивка такая странная была. Надеюсь, ты правильно его использовал. Ладно, а почему с первого раза, да, не получилось? Найдите все кусочки арктической брони. У меня только куртка, жакет. Вот. Найдите и убейте пещерного тролля. Ой, получите немного волшебных бобов в пещере троллей. И используйте их на светящейся почве. Что-то, чтобы достичь облаков. Типа того. Так. Это из гидры. А, это квест с брашком, но... Съешьте всю... Что там? Съешьте всю возможную... А, эксклюзивную еду сумеречного леса. Ого. Соберите во... О, нифига себе. Залутайте, короче, вообще абсолютно все в сумеречном лесу. Блин, вы странные. Так. Это я собрал. В данный момент я чуть не свалился нахрен и опять поставил еды. Так, опять стеклянный меч, лук, сикер. Ищущий. Типа охотника, лук охотника, не знаю. Так, что у меня по карте? Где она? Вот она, карта. Сейчас мне надо найти терновый лес, если не ошибаюсь, он был где-то здесь. Я точно так же поставлю на паузу, пока что пробегусь в ту сторону. Потому как время деньги, а мы банкроты.